Так, ну что, чтобы тормоза работали, их иногда нужно прокачивать. Что же делать? Для начала нужно найти бачок с тормозной жидкостью. Открываем и вытаскиваем отверточкой оттуда сеточку. Нам понадобится ВДшка, тормозуха, шприцок и некоторое количество инструмента. Находим вот такие вот пимпочки на каждом суппорте автомобиля, на передних и задних колесах. После того, как мы все нашли, нужно очень тщательно избавиться от грязи, чтобы она нам не мешала в дальнейшей процедуре, и снять пыльнички. Далее смазываем все ВДшечкой, потому что это очень часто прикипает. Берем подходящий ключ и разрабатываем все штуцера. Далее, тормозуху нужно аккуратно залить в бачок. Аккуратно! Кстати, для процедуры потребуется два специалиста, поэтому второго необходимо посадить в автомобиль. После этого откручиваем штуцера, подключаем наш шприц с трубочкой и кричим «Качай!». После того смотрим, как жидкость поступает в шприц. Это нужно выполнять до того, как в шприце не будет появляться светлая жидкость. Кстати, нужно не забывать подливать постоянно, потому что можно завоздушить систему. Кстати, заднее правое колесо, заднее левое колесо, переднее правое колесо и переднее левое колесо. Именно так желательно выполнять эту процедуру. После того, как вы все сделали, нужно разработать поплавочек, чтобы он не клинил, и закрыть все обратно. Все, готово!